Привет, ты на канале ProGAvto. Меня зовут Юра, и сегодня мы поговорим о стоимости владения автомобилем. Выбор автомобиля включает в себя эмоциональную часть, но при этом немаловажно забывать про такую рациональную составляющую, как стоимость владения автомобилем. Постановка на учет, страховка, расход топлива, стоимость расходных материалов, стоимость ТО. Работа продавца – это не только знать характеристики автомобилей и уметь их заказать. Это также полная осведомленность о расходах на сервис. Регламентные ТО, замена масла в коробке, дозаправка AdBlue. С 2019 года гарантия на модели Superb и Kodiaq была продлена до 4 лет или 90 тысяч. На все остальные модели – 2 года без ограничения пробега. Шкода привлекательна с точки зрения эксплуатационных расходов. Межсервисный интервал 15 тысяч или год с мягкими условиями перепробега. Возьмем, к примеру, новую Шкода Октавия с двигателем 1.4 TSI и средним пробегом 15 тысяч в год. Подписывайся на канал ProGAvto, ставь лайк, если есть вопросы, пиши в комментариях под этим видео. До встречи!